Всем привет! Сегодня у меня зацвела киберсистер. Прям такой крупненький у нее цветочек махровенький получился. Вся в бутончиках. Здесь бутончики, тут бутончики. Кстати, что самое интересное, у нее бутончики, видите? Сначала такие. Они сначала светлые, бледные, потом вот начинают окраску набирать. Я когда первый раз взяла этот сорт, я сначала подумала, что не по сорту идет, потому что бутончик красный. Вот, но потом он набирает вот такие темные тона. Вот. Вот этот бутон распустится, скорее всего, послезавтра. Потом тут даже, видите, еще темнее набирает. Ну, не буду я его ломать. Вот. Я его обстригла. У меня рос в одну ветку. Видите, у меня только две ветки пустила. Но так как я его стригла под осень, это еще хорошо, что две ветки у него пошли. Я его опылила файл Гумпа. Как-то был у них крест. Это как раз таки файл Гумпа и киберсистер. У нее получился варьегатный сеянец принцесса. Не помню, как полностью название. Сван принцесс, по-моему, что-то такое. У меня этот сорт есть, но он у меня не цвел. Еще пока что. Еще пока маленький. Вот. Такой вот он. Не такой серо-голубой окрас. Вот такой окрас мне нравится, хотя он мне цвел по-разному, и светлым, и чуть-чуть более темным, но незначительно, практически так же. А с этой стороны, видите, камера чуть высветляет. А вот с этой стороны как раз вот именно тот цвет, который вот я вижу глазом. Вот такой вот цветочек красивый. Ну, пускай цветет, у него еще все впереди. Бутончиков у него тут много. Поэтому будем ждать следующих. Какие будут следующие. Всем спасибо за внимание. Всем пока.